Сегодня Владислав Игнатьев и Егор Хама играют для журналистов. А не так давно виртуозной техникой владения баяном они покорили сердца профессионального жюри и гостей большого и престижного фестиваля. Ребята еще даже не окончили школу, а уже стали известными на всю Россию. В конце июня в Москве прошел 22-й международный конкурс «Виват Баян». Участие в нем приняли более 300 музыкантов. Но воспитанники Абаканской детской школы имени Кинеля, обыграв всех, заняли первое место в номинации «Классика» и второе в номинации «Варьете». Сначала мы готовились к другому совершенно конкурсу. Просто у нас программа подошла к этому конкурсу, и в двух номинациях мы поучаствовали. Фактически началась подготовка с конца октября месяца. Егор и Владислав, смущаясь, говорят, часы, проведенные за инструментом, дали свои плоды. Цель была поставлена, в общем, на уже какой-то результат, и нельзя было с нее уйти. Мальчишки не особо разговорчивые, стеснительные, признаются, что лучше за них все рассказывает баян. А победа открыла путь не только к новым свершениям, но и участию в других престижных фестивалях. Есть уже на будущее приглашение. Вот на сегодняшний момент ждем официально с двух стран. Это приглашение из Китая и приглашение из Сербии на международные конкурсы. То есть члены жюри, которые там присутствовали, они являются президентами ассоциаций этих стран. И в неофициальной обстановке мы уже приглашены туда. В копилке достижений у дуэта не только победа на международном конкурсе. Ребята стали участниками самого большого оркестра народных инструментов. Мы совместно, то есть там получается организатор этого конкурса Сергей Иванович Войтенко, он организовал как самое большое количество участников, играющих на народных инструментах, то есть там звучание было именно баян, аккордеон, там даже звучание бандонеона было, гармошки, разнообразные гармошки, играли гимн России. Это один рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Потом, как самое массовое шествие с инструментами и массовое шествие этого фестиваля. И еще было массовое тоже там исполнение еще одного произведения, там тоже, то есть большое количество участников. И это было зафиксировано, официально зарегистрировано, 3 рекорда Гиннесса. Каждый из баянистов планирует идти дальше в одну ногу с музыкой, открывая новые грани не только своих возможностей таланта, но и владения самым настоящим народным инструментом.